Абсолютно карамикой. Итак, какие слова нам нужно знать, если мы захотим почитать статью про львов на английском? Ну, прежде всего, lion. Дальше. Как будет львица? Что-то у меня не хочет выделять. Вот. Львица Лайнес. Так же, как принцесса, по такому же принципу образуется. Вот видим, как часто встречается Лайнес, то есть самка льва. Дальше детеныш льва. Детеныш льва будет вообще неожиданно. Вот так. Каб. Cub. Щенок, детеныш. Детеныш медвежонка, бе каб. Тигренок, тайгер каб. Вот. Но в нашем случае в статье просто был каб. Каб. Просто their cups, male cups. Львицы иногда просто заменяются словом самка, да? Some females take a role raising cups. Играют роль воспитанницы щенят. И еще нам нужно слово pride, вообще говоря. Так называется коллектив львов. Right. Вот, насколько часто встречается это слово. Это, видимо, в той теме было. Да. Lion Pride consist. Запомнили, да, эту структуру? То есть, вот как минимум четыре слова, все с разными, ну, лев и львица, похоже. Детеныш и совокупность львов, разные корни. И если мы захотим почитать статью на эсперанто, да, то здесь мы убиваем просто леон, корень, да, и смотрим, какие бывают окончания. Леоной множественное число. Леону лев. Вот оно, да? Леонаро консиста. Помните? Там было Lion Pride. А здесь всего лишь достаточно аспиранта нам выучить суффикс ar, который означает совокупность, как словарь. Совокупность слов. Леонаро – совокупность львов. Все легко. Леонидой, да? Суффикс ид – это детеныш, да? Детеныш льва. И здесь у них интересное. Я тут читал, у них интересная иерархия по еде. Так, ну ладно, сейчас найду. И еще хотел самку льва показать вам. А, вот самка льва, значит, два варианта. Вир Леоно. Вир Леоно – это наоборот, самец льва. Чтобы подчеркнуть, что это не, что ли это лев именно самец Вир Леоно. То есть как бы просто Леоно – это нейтральный лев. Не то самка, не то самец. А Вир Леоно – это именно лев-самец. Вот. А если нам нужна самка, ну вот она. Вериной, да? Группа львиц. Да? Группа Дедерины. И вот у них интересно, да? Существует иерархия для еды. Форманджадо. Так, первые унуи манджас леоны. Первые едят львы. Ну, здесь надо, может было уточнить, что как раз верлены.
Посте леониной, львицы. И кай посте ля леонидой. И потом уже, собственно, детеныши едят. Вот. То есть получается, чтобы читать статью на эсперанто, нам достаточно знать одного корня. Леон, да, корень. И суффиксы. Суффикс ин означает женскую особь, ид – детеныш, и ар – совокупность. Зная третьих суффикса, по аналогии мы сможем также, ну, например, ее или его, вира – мужская, лев – легко, его хараро. Так, хараро. Хараро. Ну вот. Харо. Волос, хараро. Волосы. Совокупность волос. Вот, что достаточно знать, чтобы читать статью о львах на эсперанто.